Всем привет, и с вами снова Человек-Тень. И сейчас я расскажу, как построить портал в ад без алмазной кирки. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Все очень просто. Сначала наливаем воды, а потом льем лаву. Если вы польете сначала лаву, а потом воду, то тогда у вас будут камни, а не обсидиан. И вот наш портал готов. Всем спасибо за просмотр, лайкайте и подписывайтесь.